Вот он, хозяин виллы. Вот это его семья. Это я. А это инсталляция о том, как рождается шелк, как сказать, тут вы шелкопряд. Это то кокон, в котором они тут, понимаете ли, живут. Вот. Такая инсталляция. Тут у шелкопряда кусочек фрески остался. И здесь вот такая штука. Там можно зайти. Такие инсталляции цветные, создающий эффект человечества. Вот такие птички. Вот здесь галстуки шелковые. Здесь у нас шелк, обувь. В эти ящики можно залезть. И в каждом ящике написана история. Вот здесь можно прочитать это. И на каждом ящике написано, что мы можем здесь найти. Это закрыто. Это открыто. Вот смотри, здесь крючочек. А здесь у нас уже мода началась. Миланская. Вот. Здесь тоже у нас такой картотичный ящичек. Вот, а здесь теперь вот в этом здании находится что-то типа детского сада. Вот. Вот эта штука, говорят, функционирует. Но она почему-то не хочет функционировать. Вот такая. А вот образцы тканей. Красота. Красота. Germana Marucelli, la celebre sarta milanese che da anni è la più fervida propagatrice di una nuova moda italiana, indipendente da influenze straniere. Ha un'importante cerchia di clientela entusiasta. I suoi abiti sono richiesti e vengono venduti anche in America. Noi la riforniamo già dai primi anni 50. I suoi acquisti spaziano dai tessuti uniti agli operati, passando per gli stampati e trasforma in meravigliosi modelli d'alta moda, come i tuoi abiti da sera in raso di seta, i bernasconi e Isa, le guarnizioni in velluto che ha presentato alle sfilate del Festival della Moda del 54 a Palazzo Grassi di Venezia. Ecco, questo festival è uno degli appuntamenti di maggiore spazio della moda italiana. Ed è organizzato dal Centro Internazionale delle Arti e delle Costume, nato nel giorno di un'iniziativa di Franco Marino, proprio per celebrare il sodalizio di Серебряная медаль на экспозиции международной в Париже, которая завоевала коллекция Бернаскони. А вот здесь детишки рисуют. Вот, а здесь платье эпохи. Это вот что-то такое стекляненькое.
Это жена говорит чего-то.